Ну, продолжение продолжается. Сейчас будем смотреть, что можно делать будет с этим дерьмом, которое они сейчас активно исследуют. Это будет весело. Наверное. А может, уныло. Да. Видите, сколько безработных козлов? Ну, потому что нам, в общем-то, заняться особо-то и нечем, кроме медицины. Я пойду пока, наверное, поищу цветочки. Этот имбирь, мать его. Может, все-таки, когда они исследуют, мне разрешат его сажать. Но я что-то в этом сомневаюсь. Блин, я не знаю, что это, но мне хочется, поэтому мы это собираем. И мне нужны еще цветочки. Это что такое? О, алоэ. Слушайте, алоэ это всегда полезно. Я сделал говно. И, по-моему, я сделал говно на все цветочки. Да. Так, сейчас. Подождите. Плохо, что здесь нельзя так же всем вместе это дело убрать. Если мискликнул, прикиньте, если бы там было 50 кустов, вот это был бы фейл. Это что такое? О, чесночелло! Если мне память не изменяет, то если... Угу. Нет, мне она изменяет. О! Grain grinding. Мы можем делать муку, господа. И это... Ну, наверное, муку. Наверное. Я не уверен, на самом деле. Наверное, мука все-таки. О, привет! Ребята, смотрите, курицы, мать их! И, ну, они далеко. Здесь вот поблизости куриц ни хрена нету. Угу. Ребята уже отправились на поиски. И что мы теперь можем делать? Во-первых, зажечь. Во-вторых, взять эту херовину. И опять изучить, да твою мать! Боже, сколько можно ее исследовать? Я не понимаю. Это дерьмо уже типа исследуется. Угу. Ясно. Какая-то тройная исследовательская история продолжается. И даже, кстати, она не просит, чтобы я зажигал печь, поэтому я печь, наверное, зажигать пока не буду. Да? Ты же не просишь? Да, она спокойно исследует. Я не знаю, что она делает. О! Но нужен кэмпфайр свободный, да? Сейчас. На. Все, теперь может. Она будет это жарить на костре, не в печи. То есть в печи делаются только кирпидоны, да? Кстати, о кирпидонах. Вы мне сделали вообще? Изучайте, получается. Кирпидоны-то уже сделали? Ну, долго ты там будешь возиться. У нас чувак скоро сдохнет уже. Ой, беда. А куда ты дело... А, она, походу, прям так поставила на огонь. Я думаю, подгорит. Не знаю, что-то мне кажется, что подгорит. Но если не подгорит... О, привет. Стой. Вот, у меня есть пауза. Ребята, курицу завалите. Она что-то близко подошла к нашему поселению. Это прямая интервенция, мать его. Ладно, давайте это тоже спилим. Пшеничка-то созрела. О, привет. Короче, здесь дикий дисбаланс, я полагаю, по еде. Потому что такое большое племя прокормить тяжеловато. Но они живы, они молодцы. И вот я не пойму, оно гниет или они жрут все-таки альпаку? Я не понимаю. Но учитывая, что гнили здесь нет, да, можно предположить, что они все-таки жрут ее. Я просто не видел что-то вот за последнее время ни разу, чтобы они ее употребляли. Сона, да Сона. Она почти изучила. Ты что, застрял? По-моему, он застрял. А, Висака может покинуть трайб скоро. Подожди, Висака, ты что? Дайте мне Висаку. А! Ну, это вот которая голодает. О. Переработочка. Заболевание, наверное, не знаю. Бёрн, это же типа температурка же, да? Мажор Бёрн. Висака, ты... А, ну это она и есть, короче. Она, походу, скоро покинет... В другой... Ты что делаешь, козёл?
А, ну это ж наш этот, да. Говнюк. Ладно, я их тогда не буду сильно пока нагружать, а то они что-то перерабатывают. Видите, все красные что-то ходят. О, жрет! А что жрешь-то? Ты что, нож съела? Она гнилое яблоко сожрала или что там было? А что же вы мясо-то не жрете, твари? Они реально мясо не жрут. Я им скажу, чтобы они делали курочку, когда ее завалят. Курочку они точно едят. Я прям это видел. Серьезно. А что, дети-то тупые, да? Тут же как бы постели-то на всех слив хвой. Интересно. Ну ладно, я не буду ничего делать. Странно, конечно, что они решили тут поспать. Вот он пошел. И то он пошел, когда я ему прямую команду отдал. А так бы он, наверное, не пошел. И мне интересно, не уснет ли он прямо здесь? Поймет ли этот маленький мальчик, что можно, ну, спать там, получается? Он понял. Ну, а те, получается, не поняли. И я не буду их никуда отсылать. Они даже не линейная стратегия, правильно? Поэтому я не буду их трогать. Все, пускай в жопу идут. Да не знаю, Дакота. Они жрали курицу, я тебе точно говорю. Я не знаю, чего они альпаку не жрут. Может, им не нравится. Вот он что жрет? О, вот он сейчас... Вот они жрут альпаку. Все нормально у них. А что она гнило это съела, яблочко? Видимо, одна вегетарианка попалась. Тогда все нормально. Можно продолжать убивать альпак. Да, все хорошо. Вот у них тут по центру альпак разделывают. Курицу уже завалили, сейчас будут тоже разделывать. В общем, я не буду их сейчас нагружать, раз они об этом прям вот кричат, что им не нравится. Ну, не нравится и не нравится. Я же ведь не настаиваю. Сажать пошли. Я очень хочу, чтобы они медицину наконец-то мне сделали. Ну, вот тут, видите, стену строят. Да, у нас сейчас откроется последний вид построек из глины. Обожженный. И все. И получается, мы добрались до финала в строительстве, но не добрались до финала в крафтинге. Я не знаю, есть ли смысл добираться, потому что ни одна вещь из этих, кроме, наверное, вот этой штуки, которая похожа на санки, но есть у меня предположение, что это просто кровать продвинутая. То есть, если мы возьмем шерсть альпаки, которая, кстати, кончилась. А, нет, это же она? Да, смотрите, у меня шерсти сколько. Вот, типа шерсть, палки. Вот и медицина, привет. Привет, медицина. Значит, мы можем теперь крафтить. Вот, смотрите. И нам требуется миска. Какой-то вот из этих вот вещей. Охереть. Гарлик. А, слушайте, это и то, и другое требуется. Охереть. Вот это... Короче, бесконечно делайте. Тогда нам надо, получается, немножко вот таких вещей сделать. Ну, скажем, штуки 4. И нам нужно сделать вот таких вещей, штуки 4. И нам нужно будет собирать всякой фигни. Явно больше, чем штуки 4. И мне вопрос, можно ли посадить... Вот что там говорила Гиндер и что-то еще. Сейчас, подождите. Гиндер и турмерик. Ну и понятно, что гарлик, да. Гарлик это да. Гарлик. Короче, давайте попробуем высаживать эту историю. Я посажу там 8, допустим, этих... Да это какое 8? Давай больше. Вот такое маленькое поле. Теперь, значит, мы получим вот эту штуку. В большом количестве. И нам нужен гарлик. Я, конечно, такие себе поля делаю. И можно было бы это красиво какими-то заборами ограничить. Если бы заборы были в этой игре. Но в любом случае, короче, как вы видите, мы ничего не можем посадить. Все почему? Потому что мы это не собрали. Хотя вот здесь вот... Угу. Это турмерик. Исследуем его. Я так понимаю, после того, как они его исследуют, мы сможем его сажать. То же самое относится вот к этому. Это у нас гарлик.
И вот это у нас Marigold Flower. В жопу этот флауэр. А его, по-моему, тоже можно исследовать, да? А его уже исследуют, все нормально. Короче, вот... Вот так как-то все это делается. И у меня вопрос сразу. Вы, ребята, ее... Она куда делась-то, а? Как кто помнит, как ее звали? По-моему, ее нет больше с нами. Children не умеют делать некоторые эти... А с какого хера ты вообще что-то хочешь делать? О, ты смотри, смотри, что несет. Дети собирают цветочки. Они пытаются быть полезными. Это хорошо. Но более хорошо, что мы уже наконец-то что-то можем сажать. Да, пойду искать все остальные ингредиенты, чтобы все это дерьмо у меня росло. И получается, мне сейчас надо всю карту облететь. В общем, это, видимо, и было то глобальное дополнение с этими цветами, о котором написали разрабы, точнее, разраб в Стиме. Вот оно. Вот оно, чё, Михалыч. О, привет. Это у нас Поппи. А это... Поппи мне не очень надо, вообще-то. Вот это мне надо. А давай-ка мы тебя... О! Это не то. Тоже, видите, цветов херва гора. Сейчас я попробую вот так сделать. Да вообще один, прикиньте, на всю округу один сраный цветок. Ну что за говно? Не. Где же цветочки-то мои? Во, привет. Привет. Два цветочка на 50 метров. Тоже собираем. Цветы нужны нам. Альпака пока не нужна. Альпака тоже классная. А это что такое? Это какой-то Marigold. А, это цветок этот желтый. Мамонтята, привет. Мэнни и его друзья. Где же еще цветы? Да, ну ладно. Короче, в общем-то, видите, какое-то количество они уже посадили, и это прекрасно. Что-то они тут побросали и кирку, и свои эти камни, козлы сраные. Будем делать лекарства, получается. Ну и, в общем-то, о, смотрите, какая красивая стена. Ты молодец, чувак, продолжай в том же духе. Но что-то не хватает. Элдерберри нужен и какой-то там цветок. Вы что, прикалываетесь? Вы прикалываетесь. Ну, бери я, по-моему, видел вот здесь. Хотя это какой-то гусбери. Короче, насрать, собрать. Элдерберри, наверное, это вот красные кусты, которые я когда-то здесь находил. Вот это вот не они. Нет. Это тоже не красные кусты, тоже гусь. А это что такое? А, это лен. О, боже мой. Летание по карте. Отдельно, конечно, вид идиотизма. Это что? Берем. А подсолнухи пока вообще им не нашел никакого применения. Они, наверное, пока и не нужны мне. Вот еще кусты, но это гусбери. О. Что это? Это можно расхерачить. Яблоньки. Дохлая альпака. Да, нормально у них тут. Но тут, наверное, ничего не растет. Я уже уехал в другую страну, и они до сюда не дойдут никогда. Too far from tribe. Видите, он говорит, что слишком далеко, они умрут. Что там было? Там был лен. Может, этих цветов пока нет? Это кто? Это гиндер. Короче, беру я все, беру нахрен это все. Все цветы беру. Вообще, мне это, наверное, и не надо особо. Если вот так подумал, знаете, нахера оно мне? Мне оно и не надо. Я думаю, как мы будем дальше продвигаться? Что у нас тут есть из интересного-то? Вот мы открыли, значит, медицину. И это, наверное, последнее, что мне было дико интересно в этой игре. Потому что до этой штуки я даже не знаю, как добираться. А, может быть, как раз надо что-то вот тот камень, может, надо расхерачить. Или, может, просто ниже. Давайте ниже покопаем.
Посмотрим, что там ждет нас. Но вообще этот камень, он очень подозрительный. Я таких не видел. Где он был? Он где-то здесь был. Так, где этот камень сраный? Походу, один вообще на всю карту. Сейчас я его найду, подождите. Я точно вам говорю. Я его найду. Он такой прям черненький. А этот прям беленький. Но это явно не то. Мамонтята, вы не видели камень? Я тут как-то мимо проходил, там камень был. Вот он, привет. Давайте его, короче, добудем. Приоритет, к сожалению, не поставить. Но у нас кирка-то вроде есть. Он говорит, что требуется инструмент. Что у нас тут по инструменту? У нас нет кирок. Или есть? Они точно одну вот где-то тут кидали. Вот тут вот где-то кидали они. Вот он херачит ей. Значит, кирка есть. Но я на всякий случай попрошу их сделать еще пару штук. Ну, скажем, две. Не хватает палочек, да? Это мы вам сейчас выдадим. Вот вам палки. Рубите это все нахрен. Альпака, ты сдохла, что ли? Нет, она... Мне показалось, что она храпит. Меня уже глючит. Ну, здравствуй, брик-билдинг. Теперь мы можем делать из кирпичей дома. Но я подозреваю, что стоит это просто какое-то лютое количество камней. 6 камней стоит одна стенка. Это проход, это окно, это, понятно, мостик, квадрат. И есть еще крыши. И крыши, видимо, из чего-то другого производятся, чего мы еще не видали. Вот, видите, есть еще что-то. Неизученный какой-то материал. У меня что-то все такие медленные, такие прям нерасторопные падлы. Ну ладно. Здорово, Тазман. Бедоед, а нету трупов? Я так понимаю, она просто исчезла, короче, и все. Или ее сожгли в печке, я не знаю. Ну, короче, она была вот здесь, и она просто исчезла. Я так понимаю, что... Никаких вот таких ивентов, типа как что-то кто-то помер, нет. Ну вот нету бери этих. Еще какой-то цветок нужен непонятный. Это вот не оно же, да? Это санфлауэр. Пойдем на гору, кстати. Может, они тут растут. Может, какие-то горные цветы, я не знаю. Оранж 3. Маленькие они какие-то, оранж 3 эти. Так, это разбери. Можно тоже добыть, посадить дома. О, ну это лаймстоун. Лен. Да ничего здесь нету новенького. Лен один и все. Что-то не маленькие какие-то эти апельсиновые дерева. О, смотрите, он что, сдох? Он сдох. Ребята, разделать и забрать. Знаю, что далеко, но это ж нахрен, это ж мамонт. Вы чё? Ха! У него, наверное, шерсть какая-то другая должна быть. Отличаться. А это что там было? Вот это что такое? Вот это вот что такое? Это как будто бы металл, может быть? Блин, я боюсь сюда кого-то отправлять. Уже сдохнет нахрен с голоду. Да, вот уже все, вот и граница. Короче, никаких цветочков этих я не нашел. Они, может быть, сезонные, могут быть еще. Ну, да. Посадили только 4 куста. Чеснока мы не нашли. Все, короче, не очень хорошо. И они, наверное, мне сейчас опять начнут орать на меня, что ты газел. О, Poppy Flower. Слушайте, я где-то видел Poppy Flower. Блин, я где-то вот здесь увидел Poppy Flower. Точно вам говорю. Ты Poppy? Ты не Poppy, ты уже собираешься. Где же Poppy Flower? Да, геймплей, который мы заслужили. Poppy Flower. Хер ты его найдешь теперь, да. Но я точно видел, Poppy Flower был. Он существует. Это кто? Не знаю, кто это, но мы собираем. Мы будем собирать все возможные цветочки. Это опять разбери. Кстати, можно было бы тут собрать. Я нашел эти кусты. А не там. А где же Poppy Flower-то, а?
Зерок, спасибо тебе за эликсир, демонил и тебе тоже. Я не вижу Поппи флауров вообще. Вот это что за флауры? Это голд чего-то там. В общем, эти тоже собираем. Я чувствую, что цветы все нужны. Опять музыка кончилась. Кромешная тишина. И Поппи флауры нету нигде. Ау. Это я об клавиатуру долбанулся. Ну, Попик, ты где? Черт. О, смотрите. Это целое поле гиндеров этих. Забираем все и не отдаем ничего. Я бы хотел точно такое же поле Поппи флауров. Все, мы слишком далеко. Это просто на границе. Им тут идти... Ну, короче, они не дойдут, наверное. Они умрут. А может и дойдут. А может и нет. Нету никаких Поппи флауров. Да, механика с цветами здесь всратая в жопу, потому что цветов очень мало на карте. Такого не бывает. Они, падлы, либо растут, как сорняки, либо нет. Это ж как одуванчики. Они должны плодиться и размножаться в том месте, где они есть. Ну, чё там есть, чё? Вот это тоже раскопай потом. Ну, хоть сейчас увидим, что можно делать с мукой. Я так понимаю, что разблокируется хлебушек или что-то похожее. Булка, лепешка. И вот это вот все. Зато с палками проблему решили. У нас куча костей. Я прям даже не знаю, что мы можем делать из костей. Ножики и наконечники для копий. А, и еще дудки, которыми особо никто не пользуется. Так, вон тут вывалились. Угу, это рок камни. Копай дальше. Мелкие, смотрите, тоже таскают, молодцы. Они все-таки на что-то годятся. Спасибо, Зерокс, тебе за эликсир. Они годятся, короче. Ура, товарищи, мы умеем делать, ну, в общем, кусок говна, получается. Потому что с текстуркой проблема. Но, короче, хлеб, да, бейкинг. Можно теперь делать хлеб, я так понимаю, в этой печке. Сейчас ее зажгут. Вот, и мы можем... И мы можем наполнять ее пшеницей, да? То есть сначала мы должны наполнить ее пшеницей. Сейчас они печку разожгут. А, подожди, нахера мне печка? Да пускай горит. У меня палок полно. Вот. Пшеницу эту мы можем помещать в этот совочек. Короче, не очень удобно и не очень прикольно это все выглядит. Производство хлеба. Зато можно сразу сказать, что вот я хочу такую штуку. Или такую штуку. Мука. Хаулит. О. А это мука. Используется для создания хлеба. Ну давай мне, вот сделай мне эту муку. Недостаточно. Хаулит. Вот хаулит нужен. То есть сначала вот это. И там недостаточно. А, теперь нам нужна новая роль. General Labor. Или пекарь, наверное. General Labor. Где это? А, бейкинг есть. Я что-то не вижу General Labor-то. Можно вот эту еще включить. Это оно? Это оно. Угу. Немножко как-то я запутался в названиях. Дед? Сдох друг, говорит он. Переработка и пессимист. А так в целом у него все нормально. Не, ну я тебя понимаю, но я чё, я пытался изучить. Я изо всех сил пытался, чё я сделаю? А она взяла и сдохла, понимаешь? Иди лучше пшеницы нарви, чё тебе делать, всё равно нечего. Привет, Корпс, привет, спасибо. О, мы победили, спасибо, Зерекс, демонил. Короче, производство хлеба говно.
Вот, что-то я не это. Я не вдохновлен, на самом деле, производством хлеба. И у нас только что умер вот этот чувак. Нет, не этот. Умер. О, боже, это мой первый. О. Да он, по-моему, до 60 не дожил. Охренеть, что-то они прям быстро подыхают. Ну ладно, дерьмо случается. У нас все равно еще полно людей. Вон, видите, сколько. И вроде даже у них все нормально. Член семьи сдох. Сдох друг, друг сдох. Темно, друг сдох. Темно и друг сдох. Короче, они, в принципе, не очень счастливы. Но я понимаю, да, они немножко расстроены. Но время ж никого не щадит, граждане поселенцы. Идите лучше переспите с этой. Она сыграла, видимо, в честь нашего друга, который помер. Подожди, не-не-не-не, я не то нажал, извините. Нам же нужен Howlet Weir вот этот, чтобы его сделать, нужно обжигать вот эти банки. А чтобы получать эти банки, нам нужно вот здесь, вот, да, сделать банку, короче. То есть сначала делается банка, потом банка обжигается, потом в нее помещается пшеница. Уже, я так понимаю, которую растолчили, да? Или вот. А, то есть сначала мука в вазе. Мука в вазе. Потом эту муку ты лепишь из нее какое-то говно. О, боже, какой алгоритм-то сумасшедший. А почему нельзя было просто одну команду сделать, делай и все? Ну, это перебор немножечко, как по мне. Ну да. Наверное, я что-то больше-то и не хочу ничего открывать. Декорации здесь такие себе. Дорожки я, по-моему, проверял однажды. У нас тут есть ресурсы, это на них. У нас есть земля. Давайте посмотрим, как выглядит дорожка из земли. А, вот так она выглядит. Ага. Ну и типа... сюда, допустим. Сейчас пусть построят, я хочу посмотреть. Один умер, мясо прибавилось. Да не, они его не жрут, они вот лепаку-то не очень хорошо едят. Кричат потом, что они голодают, там у них еще что-то происходит не так. Кто-то явно не спит. А вот, иди спать. Она жрет что-то. А что ты жрешь, подожди. Она не чеснок мой сожрала? Хорош ты подъедать-то все. У тебя вот видите, она опять предпочитает жрать какую-то херню, а про альпаку она сознательно забывает. Ненормальная. Привет, политкосмос уже скоро. О, да, словесин. Я думаю, что уже мы уже в космосе, в принципе. Ха. Контент кончился, блин, я расстроился. Я думал, что здесь еще будет что-нибудь. Я думал, что вот эта штука будет открываться по мере изучения всякого разного, а оказывается, что нет. И это очень грустно, потому что я надеялся, понимаешь? Давайте им еще немножко крафт-мест сделаем. И, может быть, даже немножко организуем им факел сюда. А то они не умеют работать, когда не светится, понимаете? Вот у них со светом проблемы. Ну, в общем, сейчас хочу посмотреть, как дорога выглядит. И, в принципе, я, наверное, на этом буду заканчивать. И пока что, пока не будет какого-то глобальнейшего обновления, в Sapiens не вернусь. А, вот так они это делают, да? То есть обычные гексики. Но, если честно, дорога выглядит как говно. Просто вся игра довольно симпатичная. Ну, там, относительно, конечно, да, это тебе не Manor Lords, да. Но в целом она красивая, а вот дорожки мне прям совсем не нравятся. Ну говно, посмотрите. Что это за херня? Может издалека нормально будет смотреть? Ну издалека еще ладно. Он, по-моему, глину сейчас взял. Это глина? А, нет, это сойл. Нет, это подожди. Блин, не понимаю я. Они должны брать только землю. Вот это глина, да? А, нет, это камни. А глина у нас, походу, вся кончилась. И они, кстати, перестали копать. Говорит, что...
слишком большой уклон, я подозреваю, поэтому нам надо здесь выкопать, типа, тогда он сможет там копать. То есть есть еще яму, надо знать, как копать. В общем, есть еще один ресурс, который я не видел, и он, я подозреваю, открывает крышу, пол или еще чего-нибудь, но я думаю, что это не железо. Я вот почему-то в этом уверен. И получается, печь вот эта нужна тупо для того, чтобы жарить в ней глину. Ну и какой-то вот еще один ресурс, который мы еще не открыли. Возможно, это будет тоже глина. Дед. А, это Панила. Знаю я его. Давно с нами живет. Греческие дороги так и должны выглядеть. Может быть. Зато классно, смотрите, оно прилепляется. Оно само видит путь и прилепляется, как сраный паразит. И мы можем вот так сделать, например. Чтобы красиво было. Я, наверное, не буду строить здесь здание все-таки над этим складом. Я просто смысла особо не вижу затягивать все это дело. В принципе, мне понравилось. Вот такая маленькая деревня у нас получилась, и, к сожалению, больше ничего и не сделаешь. Можно тупо масштабировать деревню, приглашать сюда новые трайбы, а они будут умирать, потому что алгоритм создания медицины здесь, чтобы наладить, надо упороться. Алоэ, кстати, можно изучить, которая даст нам возможность его сажать, как вы понимаете, да, никаких новых рецептов не будет. И если, например, выйти полностью на самодостаточную деревню, которая будет выращивать абсолютно все ингредиенты и для медицины, и для жратвы, там, вот видите, я уже тут пшеницу выращиваю, то можно вполне себе бесконечно здесь играть. Да, в общем-то, они и сейчас не дохнут особо. Огороды, огороды, леса, поля. Мне понравилось, короче, у меня вообще негатива к игре нету. Обычно, когда кончается контент, что-то все плохо, а здесь нормально. Я надеюсь, что разработчик не остановится, будет продолжать делать свою игру мечты. Он и так ее уже 7 лет делает. Ну а пока что, наверное, будем заканчивать этот небольшой сезон прохождения, которое ни к чему не привело. Но зато наше поселение обзавелось домиком, и у них есть еда. И они даже могут кого-то вылечить, если они не сожрали эту ступку, которую я сделал. Вот она. Видите, одна есть. Медицина, которая, кстати, портится. Смотрите, прикол. То есть ее нельзя постоянно делать. Нужно, короче, надо что-то с холодильниками придумывать. Я думаю, что это разработчик следующему ходу обновления будет добавлять. Да. Ну а пока на этом все. Вот. Я твою папу буду покушечки.